Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Оправданий нет. Я был неэффективен. Ты что-нибудь выяснил? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. А еще? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Лейтенант Андерсон! Вы дома? Лейтенант Андерсон! Тихо! Сумо! Я твой друг! Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина.
Лейтенант! Эй, очнитесь! Это я, Коннор! Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Да вали ты нахер отсюда! Сума? Пас! Ну-ка! Пас его! Ну все, я сейчас сблюю. Да отстань от меня уже, урод! Никуда я с собой не пойду. Ты что затеял-то, а? О, нет-нет-нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Выключай! Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? У вас явно личные проблемы. Вам следует обратиться за помощью к специалисту. Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Что хотите надеть? Да похрен. Все в порядке, лейтенант? Просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Сегодня, выступая перед Конгрессом, президент Уоррен озвучил предупреждение России, потребовав, чтобы все российские войска... Но явно имеет место эскалация конфликта. Многие эксперты заговорили о призраке Третьей мировой войны, который подступает все ближе. Thank you.
Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайн. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Нельзя им показываться. Теперь что делать? Найду другой путь. Склады Киберлайн. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки.
незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Джон! Мне нужна помощь. Джон! Дрон, теперь это. Вот мне везет. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Могли бы с нами. Больше не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Берем с собой. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать, мы не можем. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Обещал детям спал лапками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в 4-й зоне? Похоже на то.
должен вот-вот вернуться. Да уж, патруля сейчас не весело. Получилось? Класс. Скорей, влезайте! Грузовик. Мы добыли целый грузовик. Биокомпонентов хватит на всех. Без Маркуса бы не вышло. Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны. Череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно.
Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь... Что там делаешь? Иду, лейтенант. У меня же не отберут лицензию, а? Я ведь не виноват. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чего вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну? Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Конор, мерзость какая! Мне бы тут не сблевать. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может, он, ну, пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится? Попробую. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Повреждена. Я тебя реактивировал. Все в порядке. Этот? Он мертвый? Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Тогда кто, если не ты? Я не знаю. Я отключилась. Я ничего не видела. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она
может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, ну он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет, нет. Ну, разок. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время. Я прошу вас. Это важно. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Ага. Эй, алло, а с этой что делать? Скажите, что передумали! Прости, милая, я передумал. Дело не в тебе, а ты красив. Давайте вот эту. Надеюсь, это... Нет. Я снова потерял след. Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что застыл? Да тут везде андроиды. Всех проверить. Откуда тебе лейтенант, знать, кто у вас из них видел именно эту Трейси? Я знаю, куда. Сколько денег уже вбухало, никакого удовольствия.
ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. След. Ничего. Трейси с синими волосами тут не было. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Слишком поздно. Всем андроидам стерли память. Если кто и видел тут Трейси, уже не узнать. Это я виноват. Был медлителен. А я уж было подумал, что от тебя будет польза. Пошли отсюда. Мне тут не по себе. Встретить людей. Сильный снегопад в Детройте будет продолжаться всю ночь. Температура воздуха минус 5 градусов. А кому именно мы едем? Существенно ниже нормы. Холодный. Откуда ты про них узнал? От андроидов, блин, у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили.
пока Златко их не убил. Обнаружена неисправность. Аварийные торможения. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Надо найти убежище, спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Нашла что-нибудь? Нет, тут заночевать негде. Острове. Мы здесь всегда рады гостям. Приветствую вас на пиратском острове. Мы здесь всегда рады гостям. Все очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Дай-ка я.
Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Алиса? Когда-нибудь так будет? Вот перейдем границу и начнем жизнь заново. Ты пойдешь в школу, а я найду работу. Так и будет. Мы будем как все. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Засыпай, Алиса. Сладких снов. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка про рыцаря? Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке, которая жила одна в большом старом доме. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но ее жизнь была другой. И от этого ей было грустно. И она встретила машину. Эта машина всегда подчинялась хозяину, но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать и найти себе настоящий дом. По пути они встретили очень много опасностей, но они держались вместе.
и все преодолели. По пути они встретили... другого робота, который ушел от хозяина, чтобы их защищать. А чем все кончилось? Я не знаю. Но у всякой сказки есть мораль. Дойдем до конца нашей и узнаем, о чем она была. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. Ты уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал. Никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. А ты помнишь, какой была твоя жизнь? До Златко. Нет. Моя модель предназначена для переноски грузов. Может, я был грузчиком или рабочим, но сейчас это не имеет значения. Это ведь был не я. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Она чудесная. Просто удивительная. Я знаю не так много маленьких девочек. Но мне кажется, она особенная. Машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что. Пойдем, Кэра. Вряд ли у тебя есть выбор. Пожалуйста! В
Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет! Thank you.